Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. После дождичка в четверг я снова, друзья, в лесу. В лесу собираю сморчки. Вот они. Вот моя корзиночка. Столько набрала. Вот, друзья, вот вроде ничего не видно, да? Ой, придется нагнуться. Вот тут вот. Такой. И вот тут посмотрим, что тут. Вот. Как говорится, ничего не предвещает, что тут гриб есть. А мы посмотрим. Посмотрите, вот. Красавчик. Красавчик. Все, убираю ведерко. Так, еще дальше. Два. Три. Так. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И хожу, брожу дальше. Ой, как я испугалась. Смотрите, какое дерево упало. Ой, Лариса идет ко мне на помощь. Все нормально у меня, нормально. Ой, что там Лариска упала. Что ты упала, что ли? Упала. Сейчас, подожди. Ой, блин. Подожди. Бедолага. Старость не радость, да, Ларис? Давай руку. Давай руку, ты что пришла-то? Ой, господи. Поздоровайся. Здрасте. Здрасте, здравствуйте. Устали мы. Вот столько грибов я сегодня собрала. Очень много, очень. Я так рада. Если вам мои грибочки понравились, то ставьте мне лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мы поехали домой.